Члены 8 диаспор, проживающих в Волгоградской области, почтили память жертв бесланской трагедии. Панихида по детям и взрослым, погибшим во время захвата боевиками школы номер 1, прошла 3 сентября в храме всех святых на Мамаевом кургане. Мы здесь собираемся не только остинская община. Сюда приходят председатели всех диаспор, которые зарегистрированы в Волгоградской области, плюс представители всех диаспор. И мы подчеркиваем, что терроризм не имеет национальности. Все диаспоры приходят нас, чтобы поддержать, они тоже соболезнуют нам всегда. То, что террористы натворили в маленькой сети, это просто чудовищно. И они это все тоже подтверждают, и нам свои соболезнования все каждый год приносят. Я помню, в сентябре 2004 года, когда произошла такая большая трагедия, я была здесь, в Волгограде, я тогда еще училась в университете. Но я помню, конечно, когда мы все это услышали, увидели по радио, по телевидению, у меня, наверное, как и у каждого человека, был шок просто, потому что дети – это, я не знаю, это просто святое, и покуситься на жизнь детей, мне кажется, это самое большое преступление, которое вообще можно себе только представить, и я, конечно, просто не представляю тех людей, тех детей, тех матерей, тех родителей, которые находились 3 дня в заложниках в школе в Беслане, и пережить такую трагедию, мне кажется, ну это просто останется на всю жизнь. И у них в сердцах, в душе, и у всех людей, которые стали просто свидетелями такого кощунского преступления, мне кажется, это просто навсегда вписано в историю не только Осетии, но и всей России. Когда я услышал первое информационное сообщение о свершившемся захвате школы, на душе было очень грустно и больно за то, что боевики посягнули на самое святое для людей, это на детей, которые собрались на праздник и вместо, как говорится, этого праздника получили большое горе, а многие из детей и погибли. Я тут в Волгограде был. Угу. Этот событий был удар для всех человечества. Потому что каждый из нас, я даже в тот день помню, было 1 сентября, дети в школе пошли, но все равно я сидел дома за телевизор, смотрел все события, что происходит, и что этот видел все на прямой трансляции. Это на самом деле было ужасно, это не по-человечески. Я узнал из новостей, естественно, как и все, вот узнал об этом жестоком, каком-то вероломном нападении на беззащитное учреждение, вот, о тех жертвах. Вот. Ну, воспринял я это так, наверное, как каждый родитель, понимая, какую горечь, какую утрату, какой ужас вот, перенесли те семьи, в которых это случилось. Вот. Ну, я думаю, что и по сей день, когда мы вот поминаем жертвы Беслана, вот, там, ну, то есть боль настолько сильна, боль в этих семьях, в семьях погибших. Вот, и ну, всего того населения, которое вот окружало, которые были свидетелями или очевидцами случившегося. Панихида стала традиционной. Она проходит в храме всех святых уже в 11-й раз. Настоятель храма, отец Георгий, прочел молитву об упокоении усопших, назвал их имена. У каждого нормального человека содрогнулось и сжало сердце. Ибо сентябрь для каждого из нас – это самый святой праздник, праздник детства, праздник школьных дней, надежд, которые ребенок строит, выходя из школы, всю дальнейшую жизнь. И я называю это школьной страной, где нет границ, где нет агрессии. Там гармония, любовь, надежда и мечта. Этот день был обращен черной тенью нелюдей под названием терроризм. Мы назвали всех поименно, кто погиб, а также назвали и военнослужащих, которые отдали свою жизнь, спасая этих детей. Участники панихиды зажгли свечи перед иконами храма. После церковной службы представители диаспор долго общались на храмовой площадке. Закончилась служба в полдень.